Сегодня представители Национального медицинского исследовательского центра эндокринологии Минздрава России посетили областную больницу в Магадане. В составе группы по два представителя детской и взрослой эндокринологии. Прибыли они для того, чтобы проверить, насколько оказываемые услуги соответствуют современным всероссийским стандартам, а также внедрить новые методы диагностики и лечения распространенных эндокринных заболеваний. Специалисты также посетят детскую областную больницу и онкологический центр. Наш НМИЦ, Национальный медицинский исследовательский центр, возглавляет и отвечает за профиль эндокринология и детская эндокринология. Задача нашего посещения наших регионов – это организационно-методическая поддержка медицинских организаций, субъектов Российской Федерации именно по нашему профилю. Мы должны оценить организацию помощи по данному профилю в регионах как взрослой службы, так и детской службы, оказать некую поддержку именно в организационно-методическом плане. Ольга Чекулаева также отметила, что самая большая часть работы будет проведена по направлению лабораторной диагностики, ведь от организации лабораторной службы и качества ее работы зависит успех в борьбе с большим количеством эндокринных заболеваний, таких как сахарный диабет, заболевания щитовидной железы и многих других. Ну и по итогам своего визита, по итогам проверки, коллеги подготовят для нас информационную справку о том, на какие положения, позиции оказания помощи пациентам с эндокринологическими заболеваниями нам необходимо обратить внимание, что нам необходимо поправить в своей работе. Ну и, конечно же, у нас будет совещание по вопросам оказания пациентам эндокринологической помощи по новым технологиям, которые коллеги используют уже в своих федеральных центрах и которые необходимо будет внедрять нам уже в нашей областной больнице. С таким визитом специалисты приехали в Магадан не в последний раз. Сотрудничество планируют выстроить на постоянной основе. Поможет в этом телемедицина. С помощью инновационных устройств специалисты-медики смогут делиться опытом, получать консультации от опытных коллег, а также обучаться новым методам диагностики и терапии.